Будут посчитаны голоса. Ей так сказали? Да. Нет, они сказали, что они меня вообще могут выгнать. Ну, так пусть вас выгонят, мы здесь с милицией стоим. Пускай выгонят, мы здесь стоим. Мы опросим сейчас, посмотрим как. Не, ну хорошо, если она выйдет. Вы просто протоколы тогда. Чтобы вы зафиксировали. Она зафиксировала? Она зафиксировала на видео то, что там происходит. И ей нужно, чтобы мы с вами зашли и посмотрели. То есть сейчас чем это может закончиться, да? То есть в лучшем случае. Сейчас они честно посчитают протоколы и запишут их там, и там все, что было внизу, то есть там шапка, есть содержимое протокола, есть внизу, да? И они что сделают? Они просто внесут данные, и как бы правонарушения как будто бы не было. Но идея в том, что правонарушение сейчас уже там есть. То есть протокол не заполнен. У нас на видеокамеру. У вас на видеокамеру зафиксированы вот эти протоколы с подписями членов комиссии. Зафиксированы. Зафиксированы. Есть видео, есть дата, видео. Дата, время есть на видео. Дата, время есть на этом видео? Да. Но есть. Хотелось бы, чтобы вы тоже это зафиксировали. Да, потому что в суде там это может быть не. Они могут продолжать работу. Они могут продолжать. Нет, они могут продолжать работу. Да. Но это вы должны зафиксировать. Они все работают. Тогда проблем в суде меньше. Но они нервничают, что вы с нами общаетесь по телефону, правильно? Нет, мы не нервничаем по телефону. Нет, не вы. Внутри. Я понял. Мы не нервничаем. Они там нервничают, что вы мешаете им работать. Да. Наблюдатели здесь в основном регионалы. Я понял. Вообще нет, ни Петра Порошенко, нет, никого, понимаете, здесь очень... Поэтому вы им там и бельмо на глазу. Да, и вот этот вот бывший, который их начальник в прошлом, он на всех выборах был, ну, здесь секретарем был, я так понимаю. Вот здесь тоже главный по тарелочкам бегает, и что-то еще каким-то хлопцем, похожим тоже на бритоголового. Я понял. Вот. Ну... Вам, скажите, вам мешает сейчас... Да. Никого не трогают. Вас тоже не трогают? Да, меня не трогают. Я понял. Хорошо. Если зафиксировано все о том, что... У вас все это зафиксировано, то, что видео есть. Четко видно, понятно. Четко видно. Время. Хорошо. Все есть, пускай выходит. Зачем? Значит, вы можете выходить тогда. Вы можете выходить. Ну, вообще-то это действительно зачем? Да. Я сейчас выхожу. Потому что надо опросить, надо посмотреть это видео, есть ли там действительно или нет. Я понял. Мы сейчас говорим со слов человека, который. Вы понимаете, давайте я. А ей наоборот интересно остаться. Нам мы наоборот хотим, чтобы она там осталась и посмотрела, присутствовала при пересчете голосов. Понимаете? То есть нам нужно, чтобы вы туда попали. Да. Чтобы мы вовнутрь не имеем права заходить. И вы должны это понимать, и вы это знаете, скорее всего. Мы не имеем права туда заходить. При право нарушения. Скажите, а ваше имеете право туда зайти? Я имею туда право, сотрудниками милиции. Там право зайти только когда, в том случае, если нас приглашает председатель комиссии. Если председатель комиссии нас не приглашает, мы туда заходить не имеем права. Я понял. Ваши сотрудники сейчас находятся на территории? Они находятся. Не находятся на территории, где будут подсчеты голосов. Они стоят возле. И зайти они туда не могут без, опять-таки, приглашения. Мы я вас понял. Без приглашения. Хорошо. Значит, какие наши действия? То есть, что мы сейчас делаем? Мы сейчас пишем заяву. Хорошо, пока давайте связь, чтобы у него там телефон не дал. Давайте, чтобы не сел телефон, давайте пока мы прервемся. Пишем заяву, мы сейчас опросим. Слышите меня, да? Сейчас мы с милицией переговорим, давайте, потом если что вас наберем сразу. Угу. Все, спасибо.